зовут Андрей Разумовский, я фотограф. Я российский фотограф. Профессионально я занимаюсь этим 10 лет. Начинал я снимал все. Значит, изначально я снимал все, а потом я перешел на съемку людей. То есть я снимал и макро, у меня была и макросъемка, и предметная съемка, и натюрморты я снимал, и пейзажи я снимал, я все снимал. А потом я конкретно перешел, я понял, что мне интереснее всего работать с людьми. Да, то есть даже прямое общение на работе, да, то есть я не могу снимать бабочек, муравьев, да, там леса, это мне скучно. То есть я должен работать с людьми, да, в коллективе. Поэтому я снимаю людей. Да. Соответственно, самая такая востребованная, интересная тема – это Art New. Да, то есть я снимаю красивых женщин. У меня нет такого, потому что я за свою практику снимал вот вся техника, которая существует на сегодняшний день, я и все снимал. Да. И в моем портфолио есть фотографии, снятые там Фейсбаном, да, Никоном, Кэноном, то есть все. Да, то есть сейчас снимаю на Sony, разницы нет, потому что и никто никогда по моим картинкам не сможет увидеть, ну, определить, что это снято Никоном, Кэноном, да, Фейсбаном, там Sony, никто никогда, да, потому что у меня достаточно серьезный постпродакшн потом. То есть я снимаю под продакшн, да, мне все равно, от задач зависит. То есть если нужно заказчику снимать большой баннер, и он требует высокого разрешения, я беру камеру в аренду, да, снимаю там какой-нибудь там Хаселем, да, там Фейсбаном снимаю, без разницы. То есть у меня нет предпочтения какой-то камере конкретно, вот абсолютно. Свет играет первостепенную роль, потому что фотография – это рисунок светом, да, то есть моя задача – сделать картинку объемную. Объемную картинку можно сделать там цветом, по атмосферной перспективе и многими-многими приемами, но в первую очередь светом, да, поэтому свет – это главное для меня, да, я фотограф. Нет, на самом деле начинал, и первые работы мои какие-то сделаны, они были постоянным, а это были строительные галогеновые лампы, да, то есть мне, вот, да, первая студия такая была, в которой я начинал изучать светотеневой рисунок, это был постоянный все-таки свет, да, вот, а потом я уже перешел на импульс. То есть он был такой первобытный, да, это мы адаптировали, у нас не было денег, и мы обычные дешевые строительные галогенки адаптировали под, да, то есть надо ярче, ближе поднес, да, надо это, там, раз, рассеиватели у нас были с парашютов, там, да, то есть, ну, вот такое, то есть. А потом я перешел уже на импульс. В моем портфолио есть очень такой мощный проект, благодаря которому я там известен, то есть в мире я известен по проекту «Молоко», да, то есть я снимал проект «Молоко». Там, естественно, идет замораживание жидкости, да, стоп, да. На постоянный свет это снять невозможно, это нужен импульс. Да? Поэтому каждый свет, он для своего. Что это? Но у меня этот проект «Молоко», он закончился, то есть на определенном этапе мне замораживание жидкости перестало быть интересно. Да? Сейчас я опять начинаю этим заниматься, и я на самом деле не снимаю только постоянным. Я снимаю от задач, да, от задач. Я все время снимаю и постоянным, и импульсным. У меня дома комплект постоянного света, комплект импульсного света. То есть я снимаю тем и тем. Потому что я могу дедалайтом, я могу решать очень узкие вопросы. То есть я могу... Это кисти, да, свет – это кисть художника, да. И вот дедалайт дает возможность мне эти кисти расширять от таких там до очень узких с точностью до 1 миллиметра. Да? Никакой свет больше этого не дает. Мы снимали рекламу, я в принципе и видео снимаю, да, вот видеоролики, да, это мы видим. И мы снимали рекламу, и нам нужны были очень тонкие. То есть вот, зная возможности дедалайта, в том числе, когда я снимаю какое-то видео, я знаю, что я могу какие-то сделать цветовые хитрые решения, я это включаю в видеосъемку, да, вот эти вот. Мне никакие преимущества не дают, просто холодный свет дорогой. Стенд студии Sunlight Studio, на базе которой я снимаю большинство своих проектов. Да? Я являюсь агентом. Меня просто попросили здесь представить студию. Да? У меня большая команда со мной работает. Это и художники, и графические редакторы, и ассистенты. И все проекты, которые мы сейчас делаем, они у нас начинаются с текста. Да? Мы пишем сценарий,
потом художники рисуют какие-то, в том числе реквизит рисуют, потом мы делаем это в лаборатории. И в данном случае это реквизит, который был использован для съемки нашего ролика. Да, ролик будет против спида, да, то есть это тизер вы здесь видели, будет 6-минутный ролик, да, он такой заточен под социальную тему против спида. А это декорации с этого ролика, да, то есть они такие, это наши декорации, и поэтому самое яркое, это как бы последнее, что мы делали, да, поэтому, наверное, было правильно сюда привести это, да, потому что это последнее, то что делал я. Здесь вообще, в принципе, так снимать нельзя. Здесь на этом месте можно снимать какие-нибудь предметные съемки, да, там ручка, машинка, бутылка, да, это можно. Людей здесь нельзя снимать. Здесь помогла вот эта вот насадка, которая делает контровый свет широкий, да, угол. Широкий угол делает. Да? А так, в принципе, я не могу сказать, что тот свет, который стоит сейчас на моделях, он идеальный. Да? Ну просто, ну, то есть вот у тебя есть ограниченное пространство, ты как там вот, как получилось, так получилось. Да? Я не могу сказать, что это плохо получилось, да? Картинки, которые видели, они хорошие. Но если бы это было в студии, я бы сделал лучше, несомненно, да? Они были бы еще лучше. Направлено. Я с автами не снимаю принципиально, потому что в моем почерке, у меня есть почерк, да, автора. У меня жесткая картинка, да, то есть с проваленными глубокими тенями. Поэтому я вообще в практике моделирования света не использую всякие отражатели, заполняющие свет, да, и это не мое. То есть я знаю, что дала это есть, да, эти вещи, но я его просто не использую, потому что это не моя, это не мое. Да, то есть. Это не мои кисти, да, то есть кисть у художника, у меня жесткая кисть, да, вот. Ну, вот ту картинку, которую мы делали, в принципе, нужно два прибора, да. Но мы задействовали больше, просто экспериментировали. Так вообще идеально здесь два прибора. Но я не могу сказать, что я там доволен, недоволен, это просто потому, что это у меня уже было, да. Я это снимал уже, это мы показали то, что мы делали. Ну, как это? Оно получилось, ну, и все, да. Нужно прийти куда-то на мастер-класс. То есть, как бы, не увидев, как это работает какой-нибудь мастер, и самому туда вникнуть, это, наверное, сложно. То есть, здесь нужно понять, даже если на выставке покажут, как там луч, да, собирается, да, вот эти все приемы, человек не поймет, как это вообще можно применять на фотосъемке. Да? Поэтому, скорее всего, нужно найти фотографов, которые работают постоянно с светом гридолайтом, походить там один-два мастер-класса, тогда все будет понятно. Да, это все. Есть люди, которые на лету схватывают, есть которым. Вот у меня, я много мастер-классов, да, провожу. У меня на один мастер-класс в Москве, вот один парень приходит там четвертый раз, да, он говорит, я до сих пор не могу понять там, да, чего-то. Все, ну, да, то есть это зависит от. Но для. Одни люди материал усваивают быстро и легко, да, прям схватывают, как говорят, там, у нас говорят, хавает там, да, то есть, ну, съедает. А другие 10 раз будут ходить, они не поймут. Глобальные. Нет. Это, здесь нельзя так говорить, потому что каждый свет для своего. Да. Это все от задач. Смотря кто что снимать. Портретная съемка, да. Да, предметная съемка. Там, ну, то есть, грубо говоря, если нужна динамика, нет. Да? Нужно заморозить волос летящий? Нет. Да? Нужно воду морозить? Нет. Да? Нужно делать какие-то очень хитрые световые решения? Там? Да. Да? То есть это от задач. То есть у тебя есть съемка, и ты думаешь, чем будешь светить, принимаешь решение. Так вот сказать, что тот свет постоянный или импульсный, нельзя сказать. Да? Есть, я знаю, есть фотографы, которые вот снимают только постоянно. Я не тот. Да? У меня нет любимой камеры, у меня нет любимого света, у меня нет любимого, я иду от задач. Да? Что лучше, то и беру. Ну, так, да?